Привет! Вы на канале непослушного ребенка мистера Жеки! Привет! В прошлых сериях мы уже с вами играли с арбизами, играли со спиннерами, нюхали тапки и даже садились на бутылку! Вы у меня уже теперь очень и очень умные, и мне просто нечему вас научить! Поэтому просто поставьте лайк под это видео, а не то я вам контроллер в попу вставлю. Ну а если серьезно, то добро пожаловать в новую серию непослушного ребенка в виртуальной реальности. Не, ну лайкусику все равно поставьте, а не то контроллер все-таки в попу вставлю. Спасибо вам огромное, что вы так поддерживаете эту рубрику. Вы набрали очень много лайков под предыдущей серией, и именно поэтому я решил выпустить еще одну. Ну и как бы не забывайте, если под этой серией будет тоже много лайкусиков, то я еще одну серию сниму, вот. И контроллер даже вам в попу не буду вставлять, поэтому вы лучше поставьте лайк. Мистер Жека плохого не посоветует. Ну а я уже пошел погружаться в виртуальную реальность и творить грязь. Ну что же, друзья, добро пожаловать в новую серию непослушного ребенка в виртуальной реальности. Я вам честно признаюсь, я в очередной раз просто охренел от того, насколько много вы поставили лайков под предыдущей серией. Спасибо вам большое. Непослушный ребеночек Жека очень и очень рад. Я опять прочитал все ваши комментарии и посмотрел, что же вы хотите, чтобы я сделал. И вы реально очень много всего написали, и сегодня я буду выполнять ваши задания в этой замечательной игре. И первое задание лежит прямо перед нами. Многие из вас в комментариях мне напомнили, что я в первой серии уже пытался стрелять из лука, но я не выполнил это задание и не попал по всем мишеням. Ну что же, непослушный ребенок готов выполнить это задание на все 100%. Кяу! Короче, смысл в том, что нам нужно попасть по всем мишеням, которые появляются, и тогда у нас выполнится ачивка. Первый уровень мы уже прошли, но здесь этих уровней вроде бы всего 3 или 4, но давайте мы их пройдем все. Второй уровень! Кяу! 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 Я просто лучник от бога! Последнее, последнее! Ай, последнюю не попал. Кяу! 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 Ну давай! Yes! А, еще слева! Твою мать, ни хрена себе тут много этих мишеней! А, так мы все-таки прошли предыдущее задание, ни хрена себе я крутой! Твою мать, почти! Ха! Ха! И последнее! Блин! Да как так нужно быстро стрелять, чтобы это все пройти? Это, блин, невозможно. Нет, мать твою, я справлюсь. Я справлюсь и пройду это сраное говно, плиз. Первый попал, второй попал, третий попал, четвертый попал и пятый. Ничего не попал. Хедшот, дабл килл, трипл килл, рэмпейдж! Все, зашибись. А, я еще не прошел. Еще какое-то из задания, что ли? Ни хрена себе. Я думал, что это все. Так, вначале нужно посмотреть, где у нас мишени. Еще и сзади, охренеть. Пяу, 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 пяу. Да блин! Не, я, конечно, офигительный лучник, но, по-моему, это какой-то перебор. Это реально очень сложно. Я не знаю, что не так. Не знаю, может, вам кажется, что это очень просто, но я хочу вам сказать, что это пиздец как сложно. На, 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 на. И после ёханой попа, это тупо невозможно успеть, блин. Невозможно, просто невозможно, 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 невозможно. Может, нам стоит встать вот сюда? И тогда нам будет легче? Да не, по-моему, что-то ни хрена не легче. Я пройду этот сраный челлендж. Я его пройду, мать твою. Я его пройду. Пожалуйста, последняя, блин, да последняя. Вы понимаете, я последнюю не успеваю. Просто тут тупо времени не хватает. Чё не так вообще? Да, я прошел. Охренеть, тут еще одно задание. Да вы издеваетесь. Вы понимаете, я прошел. Но тут, оказывается, есть еще одно задание. Да вы гоните, это просто, блин, невозможно. Охренеть просто. Просто охренеть можно. Чё за хрень? Я думал, что это последнее. Оно было супер сложное. Я проходил его, чтобы вы понимали, минут, блин, 10. А сейчас еще одно, что ли, появилось? Охренеть просто. Просто охренеть. И тут еще где-то сзади, да, появляется? И вот последнее. Да! Все? Еще! Еще одно задание! Охренеть! Просто охренеть! Я еще 3 не успеваю попасть, понимаете? Еще бы 2 не успеваю теперь попасть. Ну хорошо, продвижения какие-то уже есть. Уже хорошо. Нет, слишком высоко, твою мать! Целься, огонь! Целься, огонь! Целься, огонь! Целься, огонь! Давай, деточка, пожалуйста! Давай, бляха-муха! Твою мать, за ногу! Говно, срать! Да, бля, жопа! А, блин, сейчас было очень близко.
не, ребята, вы, конечно, извините, но это реально какой-то уже мазохизм. Я проходил это испытание 25 минут. 25 минут, Карл! Я не знаю, сколько идет видео, скорее всего, оно идет минут 5, потому что я все это вырежу. Но, мать твою, 25 минут я стрелялся и до сих пор не прошел. Это просто пипец. Я надеюсь, что вы на меня не будете ругаться, но это реально очень-очень сложно. Но это не самое важное. Я кое-что еще узнал. Мне один подписчик написал в комментариях, что если я вот эту соску, которую я прямо сейчас сосу, вот видите, соска, ном-ном-ном, если я эту соску вставлю в рот вот этому растению, то оно заткнется и больше не будет меня кусать, и я смогу взять ключик, вы понимаете? Это просто, блин, гениально, подписчик, ты гениальный, ты понимаешь? Так, видите, она кусается. Ам-ам-а-ня-ня-ня-ня. Смотрите, у меня есть. Смотри, что есть у непослушного ребенка Жеки. Хочешь пососать? Хочешь? Не хочешь пососать? Какая вкусная соска. Где она? Соси! Да, детка, да, это работает! Блин, честно вам признаюсь, я до конца не верил, что это сработает, но это, блин, сработало, и у нас есть ключик, вы понимаете, у нас есть ключик, которым мы можем что-то открыть. Но вот только что? Теперь осталось самое сложное, нам нужно... А, так вот она это и открывает, да? Да, ребята, я нашел! Я открыл какую-то хрень, и мне дали какую-то дискету. Это, видимо, какая-то секретная папочка нашей старшей сестры, и мы можем эту дискету вставить сюда. И у нас открылся какой-то новый уровень. Или что это? Что это за хрень? А, я могу управлять этой штукой. А, это же... Блин, я забыл, как эта хрень называется. Подождите, а как... Как играть? Я вам честно признаюсь, я не понимаю, как играть в эту игру, но я понял, что это за игра. Но только она почему-то какая-то странная. Как играть в эту игру? Это надо мышкой водить? Мышкой? Мышка, мышкой. Налево, направо. Вау, 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 это реально сложно. Давайте пройдем. Опа, 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 опа. Так, шарик летит, давайте мы его быстренько, оп-оп, словим. Опа, отлично, я отбил, ребята, я просто играю в компьютер в виртуальной реальности, охренеть. Главное его не сломать, я же непослушный ребенок, я должен все ломать. Сейчас мы его выиграем, ребята, смотрите. Чекайте, пау, ну блин, не получилось. Ой-ой-ой, я пропустил, фак, я проигрываю. Короче, ладно, хреновая какая-то игра. Слушай, ты, блин, сестра моя, конечно, ты очень-очень крутая, но какого хрена ты вот эту тупую игру хранила на замке от своего младшего брата? Блин, реально, это настолько тупая игра, что я просто в шоке. Это просто самая идиотская игра, которую я когда-либо видел. Точнее, нет, она не тупая, но вы просто понимаете, в чем прикол? Я думал, что на замке нужно хранить какую-то крутую тему, но явно не вот это. Еще мне подписчики в комментариях писали, что я не играл еще ни во что в телевизоре. Лава. Поэтому я предлагаю прямо сейчас туда вернуться и попробовать во что-нибудь поиграть, потому что, блин, там куча и куча, 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 куча всего. Я, кстати, так и не понял, зачем нужны эти ключи, которые ничего не открывают. Ну да ладно. Так, смотрите, у нас тут есть вот такой вот джойстик, которым мы можем управлять, но у нас еще также есть какой-то геймбой, еще какая-то хрень. И это, в принципе, мы все можем сюда куда-то вставить, да? Или вот сюда. Вот сюда, по-моему, куда-то вот сюда. Как это работает? Куда это? Ага, все, отлично, я что-то вставил. И у нас есть Пакман. И по идее, с помощью вот этой штуки я могу играть в Пакмана. Да, да, да! Черт возьми, это Пакман в виртуальной реальности. Вы только вы видите это? Это Пакман в виртуальной реальности. Я вам честно скажу, это очень сложно им вообще управлять. Вака, 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 вниз, 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 налево, 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 налево. Ай-яй-яй, меня сейчас сожрут, меня сожрали. У нас осталась одна жизнь. А, или две жизни, я ничего не понимаю. Так, давай вниз. Ну, вниз, вниз, я сказал. Вниз, теперь направо. Направо, пожалуйста. Так, теперь вниз. Не, ребят, вы, конечно, меня извините, но это просто невозможно с этим джойстиком управлять. Ну нахрен, хреновый какой-то геймбой. Так, ну ладно, это мы уже смотрели. Еще подписчики мне писали в комментариях, что с помощью вот этих карандашей, ой, я могу ими рисовать не только на вот этих вот листочках. Ну, тут, конечно, тоже могу рисовать. Сейчас мы тут оставим свою фирменную роспись, секундочку. Оп, 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 оп. Но подписчики мне также писали, что этим карандашом я могу рисовать вообще хоть где. Но, по-моему, вы ошибаетесь. По-моему, нифига не могу рисовать. Нет, могу, ребята, я могу Я могу разукрашивать стены, блин, серьезно? Это же просто охренительно. Так, как нам обратно сейчас залезть? Мне нужно залезть наверх. Опа, залезаем наверх. Берем синий карандашик, конечно же. Синий, мой любимый цвет синий, да, да, да. И теперь мы будем с вами вызывать сатану. Блин, я не могу на полу рисовать, черт. Забыл. Опять съел карандаш, ничего страшного. И теперь мы будем вызывать иллюминати. Когда сюда придет наш
А наша мама, конечно, придет, она просто охренеет, она испугается, потому что это масонский заговор. Здесь у нас будет иллюминати. Блин, левой рукой не могу рисовать. Подождите. Такс. Теперь нам... Так, аккуратненько рисуем ему шляпочку. Мы рисуем Билла Шифра, короче, понимаете? Мы рисуем Билла Шифра. Ну просто, блин, шедевр. Ох, ладно, ребята, конечно, я бы еще поиграл, но, блин, я так устал с этим тупым испытанием лучника, что все, у меня просто уже нет сил. Это у нас просто... Давай еще раз. Это гипноз. Гипнотизирую вас, подписчики. Поставьте лайк под это видео. Быстро поставьте лайк. Я вас гипнотизирую. Подумайте о хорошем. Поставьте много лайков. И да, господи, что с тобой происходит? Короче, ребята, если вы вдруг хотите увидеть еще одну серию по этой игре, то поставьте лайкусик. Если наберем 25 тысяч лайков, то новое видео будет. Если не наберем, то не будет. А также, друзья, не забывайте писать в комментариях, что же мне можно еще сделать в этой игре. Потому что я исключительно прислушиваюсь к вашему мнению. Напишите в комментариях, и я обязательно выполню то, что вы меня попросите. Ну и, конечно же, подписывайтесь на мой инстаграм. В инстаграме выходит много фотографий. Да-да-да, кстати, я еще ВКонтакте аватарку обновил, можете зайти посмотреть. Не забывайте меня отмечать на фотографиях в инстаграме. Кто меня отмечает, я тому сразу же ставлю лайкусик. Так что... Давайте, давайте. Да-да-да. Ну а с вами был Жека и вот эта вот непонятная луковица. Всем удачи! И всем пока!